наберем 100 лайков, и мы пойдем в это большое здание во все этажи. Мы не смогли пробраться, потому что снег все замело. Всем привет, я сегодня в шапочке. А все потому, что мы идем в заброшку. В прошлый раз не получилось это заснять, было все темно. Но сейчас мы решили это исправить. Потеплее одевшись, захватив с собой Надю. Вот, получается, вот мы в этой части только были, во всех этажах. А там ничего не видно, потому что YouTube сел в качество. Мы взяли много фонариков, тепло оделись, перчатки, теперь больше не будут мерзнуть руки. Ту мы часть проходили по темно, но там ничего такого нету. Вот в этом здании мы никогда не были, и очень страшно, пока светло, мы пойдем туда. Давайте зайдем в середину, пойдем в правую сторону. Да. Юля. Куда выбили вон? Ничего нету. Идем в левую. Давайте в левую сторону сначала. А, давайте сюда. Это потому что последний. Вот тут второй этаж. Я предлагаю на второй этаж залезть. А тут вон же ничего нет вроде. А вот конец уже. Здесь все, да. Да. И второй давайте залезем. Вообще впереди. Или сначала давайте весь первый этаж пройдем. Аккуратненько, наверное. Тут что-то есть.
Вперед? Слушай, надо перейти в большое здание идти. Я предлагаю пойти. Вот хочется здесь. Сидеть, да, а то внимание привлекешь. Давайте смотреть отношения дальше. Пошли смотреть. Либо вообще выйдем отсюда и пойдем в другое здание. Не знаю, каким звуком, пожалуйста. Идем. Тут, мне кажется, одно и то же аналогично. Может, вообще в другое здание больше пойдем. Типа выходим отсюда, да, и идем в другое. Пойдем аккуратно, он здесь. Могу вам на двоих дать вот этот телефон. А мне дайте маленький. Нет, я же для камеры отключу. Ничего такого нет тут. А мы все боялись. Ну-ка, да, циклопы, конечно, не страшно. Пошли сейчас, да? Мы там были. Самое большое здание. Была разделена. Вот она оттуда. Видео закончено. Подписывайся. Что такое? А что, куда идти? Давайте пойдемте. У вас фонари, у меня просто камера. Я фонарь не видела. Вот они, попадем. Камера-то видно. Уже страшнее. Оно аналогично с тем, с первым зданием, аналогично, да, Юль? Ну, это то же самое, просто мы даже дополнительно построили. Там что? Вот, вот свежий. Когда у нас выключаются фонарики, такая тьма, да? Это аналогично. Юля, эффект. Давай. Без этого. Если хочешь, чтобы нормально вошли, нас не пугало. Hello. Hello. Пошли, пошли, пошли. Вообще. Что-то страшно. Thank you.
Да. Вы только смотрите. Так, снизу. Похоже, а, да? А, нет, туда. Дом сюда. Да? Давайте да. На второй этаж. Очень сильно. Тут только был свежий следы тоже. Я веду ходит. Зит, давайте. Вы к смысле поднимаете? Тут потому да. Что это... Накрыл где-нибудь. Пошли, пошли, я думаю. Бля, сейчас упаду. И сейчас я упаду. Попробуй быстрее сюда поднимайся на весь скамень. Ага. Мы... Ребята, там свежий граффити. Свежий граффити. Ты слышишь мужской голос? Нет, как будто что-то это, да. Да. Это там вход на улицу. Это... О, боже! Чё? Сука, дядя, какая тупая. Зато вы там ещё какие-то комнаты. Да как-то не страшно. Пошлите. Там ещё кто-то комнаты вон там. Так, давайте в одну сторону. Сзади. Да. Типа, я тебе заходит. Hello, здрасте. А у нас вот помадный. Дайте мне кто-нибудь подарок. А как? Вот я хотя бы. Или кнопочку. Первый. Тут ничего нету. А чем? Когда сказал, граффити мне дать, сразу граффити появилось. Хотя по серединке, потому что я без фонарика. Там фонарик. Ну пошли. Давай, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Вот такой мультик. Ага. Давайте помогу. Hello. Это от фар, наверное, тоже не было. Там надо, пошли. Нет, тоже. Ну, вы станете. Это граффити отсвечиваем. Ой, бля, стой. А что такое там? Потому что это граффити отсвечиваем. Что вы тупые. Я только что это сказала, что здесь граффити отсвечиваем. Ну, сразу ты не подумаешь, что граффити. Она бы я вообще не сралась, когда там я шла. Не, ну слышно, кого-то было, но... Да. Ну, здесь никого нет. Просто это такое. Ну? Не бойся, я не навожу. Я жду. Не видно? Нет. Давай, стоять. Нету такой. В обычной комнате еще. Ну тут уже по-другому взяла. Ну, если даже так мы хотели бы гипотетически исполнить. Делаем, короче, как Юля. Делаем, как Юля. Юля пизда. Ну, все нормально. Да это для кого нет? Я тебе даже есть на настройках. На кого-то из нас шокера, а у кого-то я. А мы после этого. Смотри. Чего? Скушаем конфет. Всё, быстро покурили, блядь. Я вообще даже не покурила, но сказать, я сходила и разговаривала, меня на протокол не собрала. Пошли, Тирс. Нет, все заброшено, ребят.
Смотрите, вот мы в прошлый раз первую часть прошли. Мы потом пришли с той, прости, и вот этот мы прошли, ничего такого нет. А как в это здание попасть? Нет, оно вон вход, но там прикол вход, в том, да, что там то же самое. И стопудовые некоторые из этих завалены. И то здесь интереснее было, как-то, что больше комнат. Вот такое вот здание. Как ваше мнение? Вот такое. Ну, бля, было пиздато, когда мы зашли сейчас во вторую эту часть, и там этот... Юля такая, смотри, там кто-то есть, да, там кто-то есть. Ну, оказалось, там кто-то, смотрите, кто-то красным свист. Да, кстати, ребят. Видите, да? Да, видишь? Нет. Все, перестало. Нет, вон она. Нет, ко мне посмотри. Вон она, красный. Ага, опять начали. Сейчас опять убрали. Это же пиздюки, наверное, этим фонариком. Лазер. Лазер, да. Пошли туда. Куда? Туда? Близко, сюда. Да, Ася. Хотя нет, это, знаешь, что это может быть? А? Это может тот сетимолос. Ты Дмитрий Масленников. Да, я рассекречиваю заброшки. Е-е-е. Ну, такой хороший фон, ребят, посмотрите в камеру. Да, как... О, да.